В многоэтажных домах Уральска с долгим сроком эксплуатации нечистотами затапливают подвальные помещения. В редакцию нашего телеканала обратились горожане, проживающие по адресу улица Залковского, 6/1. С проблемами в системе канализации они сталкиваются на протяжении нескольких лет. Подробности в материале наших корреспондентов. У подъездов дома по адресу Циолковского, 6/1, находиться неприятно. С подвальных помещений распространяется резкий запах канализации. Как рассказывают жильцы дома, такая проблема возникает на протяжении нескольких лет. Канализационный колодец в доме переполнен, все нечистоты стекают в подвальное помещение. 2 недели канализация как прорвала, все в подвале, 2 недели. Туда колокола бьем, в эту тепложаик, ну вот этот как его, водоканал. КСК. Этот КСК сюда двигает, водоканал они делают. И вот уже какой год мучаемся, трубу соединили пластиковой, земли накидали, год не простояла, она продавилась, все идет в подвал. В КСК строители рассказали, что проблемы действительно существуют уже давно. Сейчас подана соответствующая заявка в ТОО «Батыс Сорнеса». В прошлом году тоже была такая проблема, канализационные трубы, лизаки, все. Срок истек, эксплуатации заменили, текущий ремонт сделали. Вот в этом году опять повторяется этот случай. Совместно мы с БАТС Уарнасом, мы, наверное, думаем, устраним в ближайшее время эту проблему. А если они нам в свое время заменят колодец, как-то они ремонт сделали, мы со своей стороны до дома свою линию протянем. Стоит отметить, что такие проблемы наблюдаются во многих жилых домах. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК-42.